Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию рецепт сладких гренок. Такие гренки особенно нравятся детям, которых тяжело заставить позавтракать. В миску разбиваем яйцо, добавляем сахар, молоко, соль и все тщательно перемешиваем. В яичную массу окунаем кусочки хлеба и на сливочном масле слегка обжариваем с двух сторон. Готовые гренки выкладываем на бумажное полотенце, затем перекладываем на тарелку и подаем с тонко нарезанными слайсами персика. Приятного вам и вашим детям аппетита!